Зодиак и клептомания – какие знаки чаще всего подвержены этому странному поведению? Клептомания, или патологическое воровство, является психическим расстройством, при котором человек испытывает необузданное влечение к краже предметов, которые ему не принадлежат. Это состояние может быть вызвано различными факторами, включая эмоциональные и психологические проблемы. В этом выпуске мы рассмотрим, какие знаки зодиака, согласно астрологическим предсказаниям, могут быть более склонны к клептомании. Близнецы. Близнецы известны своей любознательностью и жаждой новых впечатлений. Они часто ищут стимуляции ее и разнообразия в своей жизни. В сочетании с их непостоянством и неустойчивостью, это может привести к сильному желанию иметь все, что им интересно. У них может возникать искушение украсть предметы, чтобы удовлетворить свое любопытство и получить новый опыт. Однако не следует считать, что все близнецы страдают клептоманией. Но эта черта может быть более выражена у некоторых представителей этого знака. Рак. Раки характеризуются своей эмоциональной чувствительностью и интуицией. Они могут быть склонны к клептомании из-за своей сильной эмоциональной привязанности к предметам и вещам, которые могут иметь для них эмоциональную ценность. Раки часто прикрепляются к предметам, которые имеют значимость для их прошлого или связаны с их семейной историей. Это может вызвать сильное влечение к украшениям, антикварным предметам или другим вещам, которые могут напоминать им о важных моментах или чувствах. Скорпион. Скорпионы обладают сильной страстью и интенсивностью в своих эмоциональных переживаниях. Они имеют склонность к глубокому погружению в свои эмоции и впечатления. Из-за своей стремительной природы и жажды интенсивного опыта, скорпионы могут быть подвержены клептомании. Они ищут уникальные и привлекательные предметы, которые могут подчеркнуть их индивидуальность и позволить им выразить свою страсть и силу. Однако стоит отметить, что не все скорпионы страдают клептоманией, но возможность развития такого поведения у них больше, чем у некоторых других знаков. Вывод. Важно отметить, что астрологические предсказания о склонностях к клептомании основаны на общих чертах и тенденциях каждого знака зодиака. Однако, поведение и характер каждого индивидуума определяется множеством факторов, включая личные опыты, воспитание и окружение. Если у вас или кого-то из ваших знакомых есть подобные проблемы, важно обратиться к профессионалам для получения поддержки и помощи. Надеюсь, данный выпуск помог вам лучше понять некоторые аспекты, связанные с клептоманией и знаками зодиака. Однако не стоит забывать, что психические расстройства требуют серьезного и грамотного подхода со стороны специалистов, и в случае возникновения проблем рекомендуется обратиться за медицинской помощью. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.